У него есть шапка с ленточками. Корабль. Да не, плавает на нем. Маленько. И у него есть такая шапочка, она называется пескозырка. Ездил на разных, в разные страны, на кораблях. Получается, в белой форме с полосками синими носит бескозырку. Есть козырка белая в полоску воротник. Мы, ребята, смелые, спросили напрямик. Можно узнать, что он много плавает, спросить, если... то можно понять, что он моряк. У моряка есть медаль, если он побеждал в сражениях. Эх, мы друзья со флота, недавно из похода, 11 недель гостили на воде. Он не ходит, а плавает на кораблях, на подводных лодках. Моряк рассказывает про море. Ну, про то, что не упасть в воду, куда плыть, что делать, когда рядом опасность. Эх, мы, друзья со флота, недавно из похода, 11 недель гостили на воде.